Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру «Монстры против зомби». И вот это мы пропускаем, оно нам не нужно. И, пожалуй, начнем с боя. Где мы там с вами остановились? Ага, у нас 6-й уровень. И мы получаем с вами за победу кот-любовник, что-то типа того. Так, ну что, давайте приступать. Начнем, наверное, с кристалла. Потом Кеби. На среднюю линию его, наверное, выставим с вами, да? Вот так вот. И еще один кристалл. Все, замечательно. Теперь только остается отбить это нападение, разбомбить базенку им. И уровень будет, в принципе, пройден. И нам дадут нового персонажа. Очень хочется посмотреть, что он себе представляет. Так, смотрите-ка, смотрите-ка. Ух ты, оу, волна пошла. Вот это плохо. Ну, надеюсь, мы справимся. И, кстати, тут будет две волны, да? Ну-ка посмотрим. Да, ребята, а как я это узнал? А вот, ребята, смотрите, видите, наверху полоска. Желтая это моя, фиолетовая вражеская. И на ней две синенькие такие полосочки. Вот когда ХП доходит до синей полоски, выходит первая волна. Когда до второй, вторая. Ну и, соответственно, победа, ребята, за нами. Мы получаем с вами нового персонажа, которого звать... Ловкат. Отлично, ребятушки. Новый монстр Ловкат открыт. И я предлагаю сразу повысить его по уровню. Так, давайте-ка еще. И еще один. Замечательно. Так, у нас неплохо, 32 атаки он имеет. И причем, я так понимаю, он лучник, раз с луком ходит. Поехали, посмотрим, что будет здесь у нас. 7-й уровень. Да-да-да, так, а здесь будет всего лишь одна волна у нас, ребят. Так что, думаю, продержимся как-нибудь. Так, всех выставляем по нужным нам линиям. Хромоногие еле идут, причем у меня... У Кеби, как видите, довольно неплохой дамаг. 27 урона он наносит. А кристалл намного меньше. Ух ты, кстати, смотрите, ребята, новый вид зомби. Какая-то зомбариха вышла с костью в руках. И я не могу понять, она чем-то там стреляется. По-моему, той же самой костью. Сейчас мы заодно и проверим нашего ловката. Что он делает? Вот так, отлично, 29 дамага он наносит. Замечательно. В общем, с этим котиком, я думаю, мы далеко уйдем. И к тому же базеночка-то потихонечку у зомбарей разваливается на кусочки. Вот она, ребята, волна. Ох ты, смотрите, какой крупненький вышел зомбарь. Намного выше, чем все остальные его соратники. Это типа предбоссик или что-то типа того. Ну, я думаю, мы его заколбасим все-таки. Так, ну-ка, кристалл. Давай, тыкай своим кортиком в него. Так, базу мы разбомбили, все, замечательно. Осталось только победить вот эти вот остатки роскоши, которые идут на нас. Ну, Кеби, малорик, умничка. Так, ловкат. Но он такое ощущение, что как типа мумия. Так, ну что, ребята, победа за нами. Мы получили 1000 голды, один бриллиантик. Новинка, что мы можем с вами сделать? А, нет, мы не можем кота улучшить. А, у нас две атаки и две защиты. Новая наклеечка. Ну что ж, давайте установим. Я думаю, для кристалла это самое то будет. Так, донат нам нафиг не нужен. Ну что, ребятушки, наверное, пойдемте сразу же на 8-й уровень. Опа, супер Кеби. Хо-хо. А вот это уже интересно, что за супер Кеби. Так, два телепорта у нас здесь находятся. Так, он его пустил последней линии. Да не тут-то было. Сейчас мой пока еще не супер Кеби займется этим хламоном. Давайте вот так вот сделаем. Как раз через портал он... А, здесь, ребята, они будут выходить на той же линии. Просто, вот, видите, как сокращает дистанцию. Это, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, это очень плохо. Потому что если будет волна, а как мы видим, их будет 3 штуки аж целых. Ох, надо будет... Ой, вот первая волна пошла. Надо очень сильно укрепляться. Так, Кеби. Ну давайте, давайте, да. О, сейчас вторая выйдет. Вот она пошла. Так, это Ганнибалка тут стреляет в моего кристалла. Ну нет, и вот третья. Ёлки-палки, опять этот великан. Вот так вот им всем, чтоб
пусто было. И что же, ребята, победа, победа очередная за нами. И мы вот получаем с вами супер кеби. Хочу посмотреть, что это вообще за чудик такой. Ух ты, он с рогом, да и с дубиной еще такой нехилый довольно-таки. Так, супер кеби открыт. Угу. У него атака 30-ка, но он пока еще первого уровня. И стоит у него, наверное, апчик неплохо, да? И у них еще определенные скиллы есть. Вот этого я не знал, кстати. Так, что такое 1.9? Дадут мне просто кеби. Но зато уже с мечиком. Как-то немножко не понимаю я. Ладно, ребят, давайте мы... Так, что это такое? Не врубился малька. Думаю, разберемся в процессе игры. Ну, насколько я понял, нужно вызвать несколько кеби, чтобы у нас получился супер кеби. Ага, вот, ну так и есть. Чтобы сделать супер кеби, нам нужно три маленьких кеби. А ну-ка давайте глянем, что он из себя представляет. Ядрёна, ты его, смотрите, какой он злой, недовольный. Ну-ка, ох ты, 26. Бам! Ага, видели, да, ребятушки? У него все-таки есть скилл. И я бы сказал, это такой добивающий наотмашь. Со псих он бомбит. И сразу смерть. Хух! Неплохо с удара гасанул. Так, я думаю, что шансов-то у этих ребятушек нет уже. На-ка, получи. Я сейчас в данный момент смотрю только за супер кеби. Меня он очень привлекает. Такой, знаете, злой, недовольный, агрессивный. И в то же время миленький. Так, тихо, 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 ребятушки, куда вы все разогнались? Блин, еще будет одна, ребята, волна. Ёлки-палки. Давай, 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 вот, супер кеби, выходи на верхнюю линию. Так, метеориты. Бум-бум-бум. Ну что же, я думаю, что этот уровень будет... Ох ты, смотри-ка. Ганнибалша, только уже намного-намного крупнее. То есть они могут изменять свой рост, вес и свою прожорливость. Давай, давай, ребятушки маленькие, бомбите, бомбите ее. Ну, отлично. Победа? Да, ребят, победа. И вот нам достался кеби с мечиком. Как-то странно, я думал, что с мечиком нам достанется только лишь на 10-м апе. Так... Что же, у нас с вами подходит к концу первая часть. А там их 10 частей, насколько вы помните. Ух, так, две волны здесь будет с довольно коротким промежутком времени. Ладно, думаю, что выстоим здесь. Тем более у нас есть супер кеби, который, сами видели прекрасно, такого дает джазу, что мама не горюй. Тут любой зомбарь будет просто откуривать втихомолочку и бежать, бежать со всех ног от нас. Вот он готов. Ну давай, давай, ага, отлично. Причем он стоит-то вообще 50 всего лишь этой манны. Несмотря на то, что он такой вот здоровый. Сильный, мощный, злой. Так, ну что, базеночка практически уже идет в расход. Быстренько мои ребята, как видите, ее расквашивают. Так, вот она первая волна. Ну, и что я вам могу сказать? Волна так себе. Кстати, супер кеби сейчас только что кританул на 103. Вот это... Оу, ёлки, это что так? Это что такое вышло? Ядрить его на коре. Он еще и с зайчиком на плече. Да, очень хороший у него там этот передник. Ё-моё, ребят, я думаю, что мне придется, наверное, все-таки метеорит использовать. Или сейчас он просто раздавит у меня здесь всех. Странно, вот эти зомби, которые сзади, они вообще ничего не делают, а просто стоят и тупо дергаются. Непонятно. Так, ну что, вся надежда на супер кеби. Если он еще пройдет, нам придется с вами использовать метеорит. Так. Черт, он завалил мне кебика-то. И все ближе, ближе к моей базе идет, а? Так. Кебик ритует по соточке, и ему хоть бы что. Слушайте, может быть здесь какая-то загадка? Я не могу понять, почему он те зомби стоят. Мы не можем их пробить. Может быть они как-то дают ему энергию? Посмотрим, ребят, сейчас.
через метеорит. Так, 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 ну, и... Немножко не... О, все, мы победили, ребята, мы победили. Ядрёно, уж это был, я так понимаю, первый босс первой части. И довольно крепкий был малый, если так можно назвать его малым. Вот, вы прошли первую часть, мы получаем Кебихоны 3. И у нас тут Мистериус Пис. Нет, хватит, я этим заниматься не буду, уже мы этот проходили и толку никакого. Так, а это что такое? Не понял. Увеличить уровень зомби? А зачем мне это надо? Зомби-тюрьма, да? Странно. Оу, тут еще и ночь есть. Оу, ребята, так... Тогда выходит тут не 10 частей и 100 уровней, а 200 уровней. Если еще брать ночные. Жесть. Ну ладно, давайте мы с вами посмотрим вот вторую часть. Первый уровень запускаем. Дают нам опять кристалл почему-то за победу. Кстати, я почему-то не увидел Кеби у нас с мечиком. Может быть, я что-то неправильно здесь понимаю. Игра-то на английском, а я в английском не особо так шарю. Ладно, давайте тогда делать так. Тут, ребята, будут раз, два, три. Три волны. Ого, довольно не кисло, я считаю. Так, ну что, пока держимся. Держимся. Давайте-ка наверх. Наверное, сейчас мы поставим нашего вот так вот. Черт, не на ту линию влепил, а? Хотел же наверх поставить. Ну что ты тут бросаешься своими... Я даже не могу понять, чем она бросается. Предположим, что костью. Так, отлично. Мы уже практически подобрались до базы. Сейчас будем ее потихонечку разбирать. И волна пошла. Ну, это, в принципе, ничего страшного здесь нет. Обычные зомби, даже небольшие, а обычные стандартные зомбари. Так, а как говорится, у нас по игре, ребята, смысл такой, что зомби и монстры решили выяснить, кто из них все-таки сильнее, раз и навсегда. Вот, и как бы мы теперь доказываем то, что мы все-таки сильнее каких-то там зомбиков. Но пока что-то у нас, ребят, не ахти, как-то идет все. Мы еще со второй волной не справились, а на подходе уже третья. Черт, неужели задавят своей масухой? Хотя у меня есть метеоритный дождь, я могу им воспользоваться. В принципе, мне так и приходится, ребята, поступать, иначе они уж слишком близко подошли к моим вратам, к моей базе. Так, давай-ка. Так, вот она, заключительная волна. Ой-ой-ой, как долго откат идет у этого, у суперудара, ребят. У метеоритного дождя. Тут уже приходится только на свои силы рассчитывать. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то их уж больно как-то много, а? Почему я не могу выпускать какую-нибудь волну, да? Так ведь нечестно. Ой, так-так-так-так, ребята. Не забываем, что это всего лишь вторая часть и первый уровень. Ё-моё, смотри, подбегают. Ай, и как быстро разбирают мою базу. Блин, наверное, придется нам все-таки начинать с прохождения ночи. Первая часть, да? Первого уровня, но только за ночь. Потому что все, тут шансов нету. Они просто не дают мне. Хотя, подождите, ребята. Хотя еще не все потеряно. Нет, по-моему, все потеряно. Ай, мелкого кебика убили. Ну, давай, роднуля. Ай-яй-яй, ребята. Вы сами прекрасно все видели. Ну, а на этой печальной ноте я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы увидимся с вами в следующих новых видосиках. А на этом все. Всем пока. До скорого. Ах так! Ах, вот ты как! Ах, вот и значит, какой-то на самом интересном месте! Ой, а я так думал...